Очередной привет вам из далекой-далекой галактики, друзья, с вами Saint Sam, и мы продолжаем проходить Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Напомню, мы прилетели на шахту поселения колонистов, которая, предположительно, и отсылает в ту лабораторию на отпуст имперцев заключенных. Предположительно, их здесь и тырят. Так, нам нужно аккуратненько, не привлекая внимания, как сказал наш персонаж, пройти вот в ту базу. В то здание, точнее. Так. Проходим. Тут везде метеоритные дождики потихонечку просад... Так, хорошо. Отключили. Ага. Вся эта радость отключена. Хорошо. Дальше двигаемся, друзья. О! А у нас уже в упор. Так. Здесь находим колониста с вот таким вот арбалетом. Так. Арбалет этот, друзья, всем знаком, я думаю, он у нас есть и в Battlefront. Похожая его версия, точнее. Так, сохраняемся. Здесь очень легко упасть. А вот жжда. Дальше. Вот такое чувствительное управление здесь, просто капец. Так, не убиться бы. Кажется, дошли. И здесь уже нужно сохраняться. Есть такое дело. Слышите? Здесь есть. Гранату вам в лицо! И вам тоже! Сдохни! Есть, друзья! Разобрали, не потеряв ни хпшечки. Ух! Вошли так вошли, конечно. Так, здесь нужен ключ, конечно же, нам. Патрушки у нас. Поднимаемся. А вот и ключик. Отдай свой ключ, собака. Все подобрали, хорошо. Здесь у нас можем обойти с другой стороны. Нам в итоге нужно будет добраться вон туда, вон, к этой, через весь комплекс пройти. Так, все есть. Так. О, попал. Блин, а такие злобные тут. Да, блин. Да попадишь ты в него! Нормально. Да, уж тут... Ну ничего, у нас есть бронька дополнительная. Патрошки тоже есть. Так, а что это бронька пошла сверху? А, то есть хп у нас 50, броньки может быть больше. Видимо. Ну и хорошо, так. Все собрали. Все у нас здесь есть. Смотрим, как бы ничего не пропустить. Так, ключ мы получили, отлично. Ага, входим. Вау! Нифига себе, их там намазано. Ну нормально, мы попали. Хорошо. Как-то двоих умудрил, повезло сразу срезать. Ух, хорошо. Хедшотом и... Так. А, гранаты у нас кончились, только камины остались. Хорошо, ладно. Ай, я туда хотел. Ну что ж, поехали обратно тогда, коли так. Как бы нам сейчас залезть туда, чтобы нас не примолотило. Оно может. Все? То есть наверх уже не уехать. А, вот, поехали. Отлично. Так, гранаты. Секретария. Хорошо, сейф. Блин, а снизу стрелять? О! Есть. Сдох. Попадают, кстати, собаки. Потихонечку. Эй.
Надо падать уже. Или мы не можем сейчас туда упасть? А, мы не можем. То есть спускаться в любом случае придется. Надеюсь, я не разобьюсь, друзья. Я попытаюсь спрыгнуть вот так. Отлично. Сейф. Входим и понеслась. Есть. Да, на таком расстоянии, конечно, проще стрелять точным выстрелом, нежели... Есть. Отлично. Фух, сейф. Кристаллички, которые мы находили в предыдущей серии, здесь повсюду. Так, здесь они их и копают, эти самые кристаллы, видимо. Так. А, что ж, нам сюда, значит, сейф. Ага, это я помню. Привет, ребятки. Так, здесь же, вот я слышал, что по-любому кто-то есть. Ага. Так, друзья, надо сохраниться, кажется, помню здесь. Тут вот может быть. Да-да-да, отлично. Это я прям угадал. Ну как угадал? Только раз пойдешь игру, все запомнишь. Попало. Но меня они снимают всего ничего. Есть. Разобрался. Потеряв всего одно попадание, точнее, получив, потеряв. 16 брони того стоило, я думаю, друзья. Так, тут у нас куча хпшечки. Ну и, в принципе, все. Окей. Да, вот нам сюда нужно будет в итоге притопать. Так, сохраняемся. Поехали. Но у нас сейчас здесь ничего нет. А в итоге сюда прибудет кибитка, на которую мы в итоге свалим. Когда, правда, она прибудет сюда, черт его знает, я не помню, что для этого нужно сделать. Ну что-то им что-нибудь сделаем, в общем. Так. Угу. Двигаемся, двигаемся. Хорошо. О, там, кстати, контейнерчик был, который я... Нормально. Не открыл. Сейф. Давай что жмить. А, нормально. Хорошо, я думал, все будет хуже. Что там? Что там? Что там? Где там? А, вот. Есть такое дело. И давайте-ка, друзья, заводим туда. Ой! Да, пошу. Какой ты доставучий! Офигеть, разобрались. Сколько же их там было? Так, ключ нужен, да? Окей. Откуда одна сюда понесло? А, ну сюда понесло с заминками. И все. Ладно. Ладно, ладно. А где бы ключ раздобыть? Я бы не против где-нибудь ключик прихапать к этой штуке. Сейф. Тут мы были. А, тут мы были, да. А... Окей. Это мы как бы так по кругу обошли ладушки. Ой. Хорошо. Чисто я ждал, моргал здесь пока. Я думаю, где-то там впереди чекпоинт, друзья. Ух! Больно, блин! ХПшку. Вот и ключик. Еще одну ХПшку. У нас есть в запасе там 4 штуки, аж стоит, по-моему. Так, окей, сейф.
Так, друзья, я помню, здесь вот можно так пройти. Окей. Прошли. Так, ну, в принципе, у нас патронов не густо, но есть немножко. Ага. Все, теперь у нас... О. Теперь у нас в той камере, вот где эти штуки заряжаются, обогащается руда, например, я не знаю, что там делается с ней, или просто какое-то заражение происходит. Не убьет, потому что мы взорвали вот эти вот штуки. Так бы нас там закоротило и размолотило нафиг. Проходим, давайте уже. Давай, давай, давай. Ну тут надо ждать, пока приедет следующий этот корабль. Нас иначе по-другому вверх не запихнет. Вот сейчас. Давай уже. Блин, 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 блин. Ну давай, твою медь. Ладно, придется же следующего. А понять, здесь есть что-нибудь? О. Например, вот так. Отлично. Так, и следующий. Заходим и сюда. Оп. Блин, как я обожаю старые игры. Никто тебе не скажет, как попасть, куда залезть. Тебе просто покажут двигающийся кораблик, и ты сам должен понять, как к нему попасть, что сделать, чтобы он тут тебя провез куда нужно и так далее. У нас же бы все было подсвечено лампочками в новом Думе, например. Все подсвечено, каждое место, куда можно попасть, лампочками подсвечено и так далее. Секреты тоже как бы такие секретные в кавычках. Здесь обычное прохождение, как думовский секрет, например, а секреты так совсем секретные. Ну, хотя вот тот, который мы на лифте нашли, так себе стандартная штука, но, блин. Так, проходим, друзья. Оп, отлично. Отлично, просто сохраниться. Есть. Так. Ай, как я ненавижу этих мелких поганцев. Это просто капец. Там... Блин, ё-моё. Нормально. Кусаки такие болючие просто. Ой-ой-ой. Патронов бы еще, конечно, раздобыть. А если еще свет сядет, батарейка, то это просто капец будет. А, я ж попал в тебя! Так, это почему мы пошли назад. Да, мы пошли назад. Длинный путем пошли. Так, батарейка. Здесь мы были. Ну ничего, выпиливаем их потихонечку и фиг с ним проходим. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Еще мелкое. Ой, тут их много. Да, этот звучок означал, что скоро патроны кончатся. Ага. И батарейка зато заканчивается. Ай-ой, надо припасти. О, батарейка, хорошо. Отлично. Сколько у нас патронов осталось? 100 еще. Ну как 100, у нас там за один выстрел кучу съедает заряда. Ладно, сберемся. Все, прошли, друзья. О, отлично. Что здесь такое, говорит наш герой? Мы тут, наверное, эти пытались вот такой побег устроить, ребятки. Ну их заели эти недружелюбные товарищи. Так, все хорошо. Отлично. Есть. Готов. В нас попало, ну да ладно. Здорово. Так, чтобы нам упасть внутрь и не убиться хрена, нам нужно дождаться, пока приедет тележечка. Угу. Вот сюда. Патрончиков бы, ну там есть патроны, я вижу, где еще у нас что-нибудь, где-нибудь еще что-нибудь, в общем, найдем. Отлично. Вот, патроны есть. Есть еще наборчик небольшой, хорошо. Ну, плюс еще с убитых можно поднять будет. О, отлично, друзья, 175 и 95, нормально. Так, где здесь спуск у нас? Вон там спуск. Как
как мы быстро проходим, зная все, что нужно делать. Спуск. Собирайся. Хотя можно было бы и упасть. Штука не открывается. А вот эта штука, наверное, открывается. Так, там сверху стоит товарищ, это понятно. Окей. Я думал... Да блин, все, попал. Отлично. Так, выпиливаем теперь. Бам. Круто. В лаву смолотила. Так, заходим. Сохраняемся. Ну, здесь, кажется, ничего. Ладно, тогда туда. О. Полетел. Есть. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тиш-тиш-тиш-тиш-тиш. Нормально. Все, забрались. Ух! Ура! Так, что мы тут вырубаем? Манматма была права, Кремна... Так, папа не успел посетить. Что-то тут они, в общем, затеяли эти... Да, давай вызывай сюда подкрепление, а мы, пожалуй, нужно освободить еще заключенных. Да, будь готова нас быстренько поднять отсюда с планетки, потому что будем сваливать мы в спешке. Так, там что-то подтверждает, друзья, я не успел перевести. Да и хрен с ним, на самом деле, сюжетик здесь весьма очевидный. Она нам... Вот так. Так, все, надо свалить отсюда. Съедем аптечку, и хорошо. Так, о да, о да. Так, да-да-да, валим. Сейф. Блин, их тут много. Да блин, чё ж ты не сдохнешь-то? Отлично. Так, куда нам-то нужно валить? Не сюда, здесь открыто. А, так. Ну ладно, видимо, туда, да. Проходим, значит, друзья. Так. Что тут, тут? Да, там кого-то завалило из них. Ну, а, выбора нет у нас, путь нас... я понял, куда нам нужно. Помните, я вам про тележку говорил? О, кстати, тут эти мелкие штуки будут догрызать. Вот, видите, они с имперцами там бодаются. Что-то они в этот раз на меня все наехали. Они должны друг друга там перегрызть, насколько я понимаю. Птичку скушал. Да блин, ты задолбал! Да, я тебя съем. Все, отлично. Так, здесь у нас, друзья, куча этих баночек. Их не жалко, поэтому я их кушал активно. Все, проходим. Да блин. Тихо, поганцы. Все или все? Все, друзья, мы... вот сюда. Поехали. Фух! Что ж, мы прошли уже третью миссию, точность на 31%. Продолжение нас ждет в следующей серии. Если вам понравилось это, ставьте лайки, не забудьте подписываться на мой канал, а я тем временем приготовлю для вас следующую. Еще услышимся, друзья. Всем пока!